Итак, всем привет, с вами Макс Космос, и это такой дачный влог, то есть как я проживаю здесь, что мне происходит вообще и так далее. Так, короче, у меня есть одна претензия к сегодняшнему дню, то что меня на данный момент кусают комары, у меня же там нога чешется правая, и я считаю это ненормально, то есть я даже вот в худи, вопрос в штанах, да, вот. То есть прилично одет уже, как бы защищаюсь, но даже если присяду вот на такое кресло-качалку, то в этом никакого смысла нету защиты, потому что меня все равно кусают, все равно здесь комары летают. Это, конечно, большой минус, да, большой минус. Обидно, не одобряю. Короче, все, я вроде как укрылся от комаров, спрятался в ванной. Наверное, тоже не вариант, но хоть что-то есть. То есть, все. Это же не улица, это уже все. Помещение, как бы. Вот, тут душевая кабинка есть. Вот такой вот унитаз. Короче, все, что нужно. Да. Ой, блин, светит, конечно. Ладно. Опачки. Нужно быть внимательным. Так. Кажись, пахнет шашлыками. Если вам, короче, тут видно, вот, не знаю. Камера тут, конечно, фигово передает дым, но он есть. Вот, то есть я там вижу дым. Вот так что-то такое есть. Чуть мутное, то есть похоже на дым. Вот. И еще заодно пахнет. Так что да, скорее всего, кто-то жарит шашлыки. Было бы сейчас неплохо их покушать. Так, вот мои котики. Лежат, кайфуют. Отдыхают. Короче, ребята, я все это время просидел дома, потому что комары уже, честное слово, достали. Они уже просто меня настолько задолбали, что я просто спрятался в доме и все. Не выхожу на улицу. Ни на шаг. Поэтому все. Надеюсь, что завтра уже такой фигни не будет. Поэтому будем надеяться. Так, короче, всем привет еще раз. Вот, меня послали выбросить мусор. Огромнейший пакет, сейчас вы сами увидите. Все, я уже дошел до мусорки. О-о-о, да, ну и жуть. Ладно, я выбрасываю. Для приличия выброшу в бак. Да, это полный капец, конечно. Ну ладно, что, это же мусорка, поэтому... Это типичная, братва, это типичная. Боже, как это вкусно. Земляника вообще просто обалденная. Всем советую. Вот где я сейчас нахожусь. Вон тут всякие домики. Где-то он ветки валяются, где-то там. А там уже поле. Так что здесь все по-лесному. Ребята, просто зацените, какая красота. Тут еще новая дорога появилась. Примерно неделю назад тут ехали эти всякие экскаваторы, самосвалы. Вот. Все уже успели сделать. Вот еще вам красоты. Там пруд, если что. Все, короче, я пришел с прогулки. Я уже, как видите, переоделся. Все. Теперь я чистый, потому что я уже на улице успел спотеть. Да-да. Ну что, дорогие друзья, я же, в принципе, могу заканчивать на этом
такой балдежный дачный влог. Постараюсь почаще такие ролики выпускать. Все-таки это же у меня лайв-канал, и тут я выкладываю ролики про жизнь, поэтому да. Так что, ребята, как-то так. Всем огромнейшее спасибо, кто посмотрел этот видеоролик. Если у меня еще будет время, буду тоже там снимать всякие моменты там из своей жизни, что да как. Поэтому всем желаю удачи и до скорой встречи. Всем пока-пока.